Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Если вы увидели вот такой вот малинник, ну, правда, не так, как здесь, возле дороги, где-то в лесу, то можно нарывать веточки малины. Где-то вот так вот. И сушить. Очень вкусный чай, именно даже с недозревшей малиной. Мне так понравился, тут и цветы есть. Только нарывать приходится, надо или перчатки, или ножницами, в общем, нарезать. Тогда удобнее получается. Я сушил когда-то. Очень удобная вещь. Не надо выбирать сами ягодки, и вкус такой же, как у ягод получается. Вот этот малиновый. Малиновый вкус, именно как цветы, ягоды и листья. У них у всех разный, но тут получается все вместе. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зверобой. Собирайте малиновый чай на зиму. Смотрите обновления. Пока!